Так, ребята, всем здорово еще раз. Сегодня ночью было минус 32, по-моему. Сегодня обещают 36. Вот, сегодня опять еду покататься. Короче, еду сегодня на родник за водой. Нормально. Ну, ушло, конечно, бензинчик, да. Но ничего страшного. Все будет нормалечек. Все замерз, Урал. Так, вчера? Нет, позавчера. Вчера я не катался, вчера я отогревался. Позавчера, да. Все вот эти шланчики все потрескались. Вот, видим, новые патрубки. Шланчики вот эти все растрескались. Вот они все, трещины везде. Плохая резина. Буду резину покупать на Емиксе. Шланги будут называться, по-моему, Гоетес. Гоетес, короче. Какая-то такая фирма. Так, давайте сейчас я посмотрю масло, в каком состоянии. Ну уже, капай. Давай, вот сейчас, ребята, капнет. Да, мороз жесткий. Масло полусинтетика. 10 В40. Газпром нефть. Вот это вот премиум. Ну, больше для лета, конечно, это масло. Ну и что, попробуем завести его, запустить движок. Покажи бензин, мороз, завтра уже банку качать. Все, давай. Все. Сейчас буду пробовать запускать движок. Одену перчатку, очень холодно. Сегодня, пацаны, очень холодно, сейчас минус 15. Но когда сядет солнце, сейчас уже 3 часа, с чем 3.20, по-моему, когда сядет солнце, будет дубак. Но я сегодня далеко не поеду, я сегодня просто съезжу на родник за водой. Так. Вот так заводится Урал. Можно сразу ручку отпускать, и он будет работать. Так у меня отрегулированы карбы. Все удивляются, все, абсолютно все люди, кто видит, когда я запускаю Урал. Обычно надо подгазовывать, у меня вот сразу. А летом так вообще. Так, включим обогрев ручек сразу, пусть нагревается. Но я маленечко подержу чуть-чуть, сейчас постою. Секунд так, не знаю, с полминутки. Потом воздух приоткрою. Сейчас воздух приоткрою ему. Все, он пошел набирать обороты нормально. Все, пускай стоит, греется 15 минут. Стабильно 15 минут надо греть прям по-любому. Ну что, до встречи на трассе. Итак, друзья, всем привет. Вот я и вновь и на дороге. Вот я вновь и на улице, ребята. На мотике выехал, вообще все по кайфу. Солнышко греет, но все равно сейчас маленько по трассе поехал. Все равно, короче, ляжки мерзнут, ноги вот обдувает. Я так ничего и не одел, потому что, в принципе, стоит только остановиться минут на 5. Вот так вот постоять, и солнышко согревает. Хоть маленько ветер, но все равно солнышко маленечко греет, ребят. А снега в этом году просто куча снега. Просто снега, вообще куча. Вообще прям снега столько, то что вообще ни в какие ворота, блин, не лезет. Вот, короче, снега, ребята, до хрена, если выразиться на таком, на обычном слове. И вот после у меня, позавчера катался, у меня что-то лицо прям, вот щеки прям только дотрагиваешься, вот именно сегодня я ощутил. Только прям дотрагиваешься, и прям сразу какая-то такая неприятное ощущение, как будто такая боль, что ли. Ну, короче, что-то неприятное, вот, походу обморожение, вот, от ветра. Потому что визор постоянно поднятый был, он потому что замерз вообще, пипец, он замерз вообще конкретно. Но сейчас я перед поездочкой почистил шлем, короче, взял свечку парафиновую, вот, обычную. Короче, натер парафин на тряпочке и визор, короче, смазал с двух сторон. И потом все салфеточкой аккуратненько растер, и нормально, вот. Но не сказать, что прям вообще круто, но нормально, ребят. А сейчас я вам хочу показать, короче, прикол. Смотрите, ребята, поставил АБС-ку, короче, на мотоцикл. АБС-ку видим, здесь юзом, здесь зацеп, короче, здесь юзом идет.
Здесь вот юзом идет. Здесь, короче, зацеп, юзом, зацеп, короче. Таким способом, пацаны, у меня работает АБС на мотоцикле Урал. Вот, Урал — это очень огненный мотоцикл. Мотоцикл Урал, не страшны никакие морозы. Урал — это вот такой мотик, ребята. Но только бензина жрет, и на Урале нужно ездить, короче, только с коляской. Ну, вы спросите, он, наверное, дохрена жрет. Пацаны, я вот засек, он жрет зимой, ну, 8 литров, вот. Ну, с моими карабами, с доработками, короче, 8 литров нормально. Летом можно уложиться в литров 6,5, вот, в 7. А если поставить еще 9-ю пару, то 7 литров, и вообще это будет максимальный показатель расхода 7 литров при скорости 90 км в час. Вот так вот, ребят, поехали дальше, посмотрим. Одна солища, смотрите, пацаны, соль, конкретная соль налетела за время покатушек. Вот, у меня опять руки замерзли, уже покраснели все. Сейчас я перчаточки положил, сейчас они отогреются. Ну а так, ребят, в принципе, все меня устраивает. Что-то ни хрена не нагрелась перчатка. В принципе, меня все устраивает. Я сейчас еду за водой, за чистой водой, пацаны. Едем, короче, мы на родник. Вот. Я не знаю, мы там проедем. Нет, там очень большой овраг. Ну, посмотрим, пацаны. Скорее всего, может быть, спущусь, может быть и нет. Потому что сегодня солнце. А солнце, смотрите, оно вот так вот. Оно когда чуть подтапливает дорога, дорога блестит. И уже без шипов, хоть какая бы злая резина ни была, без шипов она просто не едет. Да и шипы, скорее всего, проскальзывали. Потому что легенький мотик, легкий мотик. Так, пацаны, поехали. Так, ну и чтобы вы знали, что сегодня мороз, сейчас минус 17, ночью было 32-36, отменили занятия в школах во всех классах, вот такая вот фигня. Так, выгнал мотик, вот, пацаны, прикол, то что сегодня было минус 36, отменили занятия в школах, вот, смотрите, не замерзайка, замерзла. Если бы она была вообще бы на улице, просто бы лед был бы. Вот. Хороший, не замерзайка, пацаны. Хорошая фирма, не воняет, ничего. Классная вещь. И, ребята, на секундочку, чтобы вы знали, то, что сегодня на улице очень лютый мороз. Сейчас на улице минус 17, но по мне это полная вообще фигня. По мне это нифига не мороз. По мне мороз, когда за 30-ку, и то даже в минус 30, когда я катался, по-моему, минус 32. Когда было солнце, вот когда светит солнце, ребята, то можно кататься хоть в минус 100. Вот, и вообще реально пофигу. Минус 100 было бы, я бы поехал бы сейчас на Урале, прям 100% бы поехал. Отснял бы видюшки, блин, и было бы все по кайфу, ребята. Бам-бам-бам, кипался, ребят, пошли. Идемте. С нами Саня Кипаса, Саня Диабло. Я знаю, братан, ты с нами. Поэтому не забываем Санька. И запомните, ребята, Саня был такой один. И никто его никогда не повторит. И никто его не пытается повторять, Санька. Запомните это. Ну что, поехали, ребят. Первое со сцеплением, блин. Опа. Смотрите, ребят, как можно переключаться на мотоцикле Урал вообще без сцепления. Ну, на Урале нет полуавтомата. Впрочем, можно так на многих мотоциклах. Масло в коробке вообще густое. Набираем скорость. Сбрасываем газ. И в этот момент щелкаем. Вот так вот, пацаны. Сегодня, может, увидим какого-нибудь зайца. Который побежит через поле. Ну, снега реально, ребята. Реально снега столько в этом году. То, что вообще вагон.
Столько снега я еще не видел, блин, очень много лет. Не было такого количества снега, сколько в этом году. Вообще пипец. Вообще просто реальный пипец. А когда оно все растает, я даже не знаю, ребята. Когда это все растает. Такой прикольный вид. Вообще по кайфу, пацаны. Реально. Могу сказать одно, тот, кто сидит дома, этих ощущений близко не поймет. Вообще такой кайф, пацаны. Перед покатушкой, ребята, я камеры нагрел на обогревателе, чтобы они были прям такие, ну, не знаю, градусов хотя бы 40. Чтобы такие нормальные были камеры. Разогрел. Думаю, на какое-то время хватит батареи. Батареи тоже разогрел, убрал в карман. Короче, все по кайфу, друзья. Все кипаса. Все кипаса. Вообще, такая классная погодка. Единственное то, что количество снега не особо радует, то, что весна будет долгая. Вот. Единственное в этом. Но, ребят, я посмотрел, короче, наверное, сайтов так 10-15. И все сайты, все прогнозисты обещают раннюю весну. На 2 недели раньше начнется весна. И погода будет, ну, эти 2 недели начнут резко, короче, резкое потепление. Вот, не знаю, насколько это правда, неправда, но будем надеяться, что это будет так. Резкое потепление придет, и все растает, весь снег вот этот растопит, и все будет огонь. Все будет огонь, пацаны, стопудово.